гражданские видят какую-то разницу между нашим пехотинцем и нашим бойцом из добровольческого подразделения ДПС ЧВК? Репутация группы Вагнер очень высока в народе, даже где-то, может быть, излишне, а может быть, заслуженно, романтизировано, потому что это подразделение является наиболее эффективным подразделением, наверное, во всем мире, пехотным подразделением общевойскового спектра. Это слишком специалитетно будет. Сейчас переводить, я охуею. Забей специально, что-то, в принципе, его переведи. Look, the thing is that in the Russian society they view the average mercenary from the private military company of Wagner Group in a much more higher and romanticized way. Because the reputation of the Wagner Group is viewed as the most elite infantry force in the world.